Всем привет! Я на почту приехала. Мне здесь надо посылку забрать. Долгожданную. Сейчас заберу посылочку. Потом приеду домой. Покажу вам, что я получила сегодня. Из Уфы посылочка. Я на почте. Ой, как хорошо, что никого нету. Сейчас посылочку получу. Получила я посылочку свою. Вот такая она. Небольшая. Небольшая, но очень хорошая. У нас сегодня жарко, но не солнечно. Ветерочек такой небольшой. Под 30 градусов. Душно. Дожди бы сейчас. Все, поехала я сейчас домой. Приеду домой, покажу. Вот, что-то я чуть не забыла. Мне же квас надо еще купить. Квас надо купить. А крошечку хочу сегодня сделать. Квас у меня. Ой, как крошечки вроде у меня все есть. Сейчас квас куплю и сделаю окрошечку. Контейнеру, ой, не контейнер, а квасный бочке я прям подъехала. Сейчас возьму квас. Все, квас взяла, там продукты кое-какие. Еду домой. Дома распаковку сделала. Покажу. Ой, я сегодня что-то там затарилась. По-моему, мне с машины два рейса надо будет заносить. Что-то я сегодня дорвалась. Набрала всего. Всего набрала. Все, больше никуда, домой еду. Все, я уже дома. Покупки сейчас я покажу. Вот такую я рыбу купила. Филе тилапии. По 410 рублей килограмм. Хочу с картошечкой в духовке сделать. Так, здесь у меня целый мешок купила мороженое. Вот сколько. На 200 рублей. Здесь разные. 6 или 8 штук там было. Минский вот такой хлеб взяла. Рублей 40 он стоит, по-моему. Точно не помню. Бананы вот такие по 81 рублю взяла. Потом кефир взяла по 40 рублей. Два, где-то еще один должен лежать. Два кефира я взяла. Квас вот такой. Вот такой квас взяла. 2 литра. На 120 рублей 2 литра кваса вышло у меня. Вот такую редисочку взяла. Редиска по 120 рублей. Лук взяла зеленый. Здесь не знаю на сколько. Вот такой небольшой пучок взяла. Вот такой белебеевский сыр взяла. По 150 рублей.
А, вот второй кефир нашелся. Так, сметана Даренку взяла. 95 рублей, 20%. Там много, 400 грамм, что ли. Катык вот такой взяла, 40 рублей. Здесь что, колбаску взяла говяжью. Вдруг окрошку буду делать, так сибайская колбаса. 390 рублей, что ли, килограмм. Так, здесь у меня огурцы. Огурцы взяла дешево по 60 рублей. Так, теперь здесь у меня вот такую еще колбаску взяла. Фермерская, полукопченая. Говорят, вкусная. Где-то вот палочка, она штучно продается. Около 200 рублей. Это палочка. Яйцо взяла. 10 штук. Яйцо по 6 рублей, что ли. Морковь взяла по 40 рублей. Вот все мои покупочки. И здесь моя посылочка. Посылочка. Сейчас отдельно будем делать распаковку на посылочку. Все. Еще одну покупочку забыла. Самое главное, самое тяжелое. Сейчас покажу. Вот она. Самая тяжелая моя покупочка. Арбуз взяла по 80 рублей килограмм. Здесь у меня вышло где-то 400 с копейками. Около 500 рублей. Сказали, очень сладкие. О, звенит. Это с Узбекистана. У нас до этого возили, по-моему, с Ирана. Уже с Узбекистана начали возить. Я в этом году вот первый раз покупаю арбуз так рано. Но жара у нас, весь май месяц жара. В Ташкенте, говорят, там вообще 40 градусов. Я уж надеюсь, что здесь без нитратов хорошие уже арбузы. Будем пробовать. Этот продавец, он узбек, сказал, что сами пробовали. Говорит, вкусный, сладкий был. Будем надеяться, что сладким. Сейчас я его помою и уберу в холодильник. Охладится, потом порежу. Все, сейчас пойду делать вот эту распаковочку. Вот эту посылочку буду распаковывать. Ну что, ребятки, приступим к распаковке посылочки нашей. Долгожданной. Долго я ее ждала. Катастрофически не хватает. Как горячие пирожки на сайте разбирают. Вот такой вот My Max. Так, как бы вам сделать-то, чтобы получше видно было. Вот такой My Max я получила. Сейчас сначала все покажу, а потом расскажу по каждому продукту. Маска Ламор. Екатерина. Интим-гель. Две штуки. Блюмакс. Две штуки. И кофе с кордицепсом. Кофе. Вот такой вот. Здесь сколько штук-то? 15 штук по 38 грамм. Сейчас я открою кофе, покажу вам. Так, ножницы, наверное, надо. Ножницы, ножницы. Вот такой вот кофе. Очень вкусный. Его можно на две кружки делить. Здесь много его. Все, коробочка наша пуста. Вот все наши два, значит, My Max у нас получается. Два интим геля. Одна маска, два блюмакса и кофе. Вот такой товар я сегодня получила.
Сейчас по каждому продукту я вам расскажу. Ну, начнем, пожалуй, первого с Мимакса. Маймакса, если правильно говорить, Маймакс читается. Маймакс – это клеточное питание. Оно омолаживает, улучшает зрение, выводит свободные радикалы из организма, очищает капилляры для питания клеток, незаменим для диабетиков, гипертоников, для людей с аллергией и людей с кардиопроблемами. MyMax – смесь натуральных суперфудов для омоложения всего организма. Следующий идет у нас BlueMax. BlueMax разжижает кровь, чистит сосуды от холестериновых бляшек, поднимает гемоглобин, мощный иммуномодулятор, антиоксидант, снижает риск сердечных заболеваний. BlueMax – растительный напиток с лимоном и сине-зелеными водорослями. Дальше идет у нас Екатерина. Это женское здоровье. Очень хорошее средство. Оно у нас самое популярное на нашем сайте. Убирает кисты, миомы, мастопатию. Вот такая. Даже можно умываться. Убирает первое время мелкие морщины. Если подольше будете пользоваться, мыть лицо, то и глубокие морщины со временем убираются. Вот такое вот чудо-средство. Интим-гель для женщин Екатерина. Следующий идет маска. Маска Ламор. Маска здесь маска скраб со скрабирующим эффектом. Очень хорошая маска. Я уже пробовала ее. Лицо прям меняется на глазах. И кофе с кордицепсом. Здесь на два раза делить можно его. Сейчас я его буду пробовать. Здесь вес большой. На один раз это многовато будет. Майтаун. Лечебный кофе с кордицепсом. Еще забыла про самый главный продукт. GreenMax. Это я еще до этого заказывала. Посылочка приходила. GreenMax — это очищает кишечник, печень и детокс. Даже убирает висцеральный жир. Вот такое вот чудо-средство. Thank you.
Green Max. Натуральный напиток. Микс шпината и яблока. Здесь еще у меня не вся продукция показана. Пока нет у нас Нутримакса. А, сейчас я вам покажу. У меня есть свой Нутримакс. Сейчас я покажу. Вот такой вот Нутримакс. Так, здесь сколько грамм у нас? 40 грамм. В упаковке 15 саше. Я уже открыла, сама пью. Он для сброса веса и для восстановления организма. Для профилактики сердечно-сосудистых заболеваний, при аллергическом рините. Профилактика даже рака молочной железы. Предотвращает ишемическую болезнь сердца. Помогает противостоять простудным заболеваниям. Нормализует кровяное давление. Улучшает функционирование поджелудочной железы. Помогает вырабатывать инсулин. Полезно при сахарном диабете. Вот такое вот средство. Оно вот очень хорошо помогает для быстрого восстановления сил после болезни или затяжного стресса. Вот так вот. Можно заменить завтрак или ужин. Для похудения, если, то надо на ужин его. А если хотите поправиться, то надо употреблять на завтрак. Спортсмены очень любят этот продукт. Макс. Протеиновый коктейль на основе сои и растений. Пишите мне на WhatsApp, кого заинтересовало. Телефон оставлю.